Добрый день всем, меня зовут Вика, сына зовут Дима, и я бы сегодня с вами хотела поделиться методом, который нам посоветовал Давид, метод по борьбе с истериками ребенка. Метод заключается в том, чтобы когда ребенок ведет себя нежелательно, капризничает, истерит, там, включает какие-то нервные припадки, снимать его на видео и показывать ему его вот это вот поведение. В нашем случае нам хватило всего-навсего два раза. Когда ребенок очень сильно истерил, требуя что-то там свое, мы записали его на видео. Муж записал на видео. Потом посадили его перед экраном монитора. Включили ему его поведение. И в ходе просмотра лицо у ребенка просто поменялось. То есть он увидел свое нежелательное поведение, видимо. Я так понимаю, немного осознал, что происходит, и, судя по всему, ему это не понравилось, потому что после этого эта проблема у нас практически отпала. Один раз мы еще там сняли непродолжительную его капризную истерику, после этого эти истерики приобрели какой-то адекватный более характер. Если он там и капризничает, истерит, то это продолжается 30 там, секунд, одну минуту, но не больше. То есть уже таких продолжительных истерик у нас просто нет. Так что спасибо большое, Давид. Ваш метод работает. И если, не дай бог, опять они вернутся, будем опять его использовать. Спасибо большое.